солдат. Сквозь обледенелые стекла пламенем сражения объят. Кровью растеклась душа свеклы, вшивый голосистый кабель боем протрубит отступление, не услышав крик «Не убей!». Вновь он совершит преступление, раненый бумажным солдат бросит в телевизор гранату в кружеве событий и дат. Он исполнит мира сонату, раненый бумажный солдат. Кто хотел бы быть в твоей шкуре, в недрах нарисованных лад? Голос безнадежно прокурен, и тот, кто сотворил тебя, спит, не подозревая о бойне. Утром тело освободит, войны прекратит он спать.